Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я Франция, Фани во Франции. Сегодня хочу показать на небольшом видео, где посмотреть, сколько часов на моем канале. Нажимаем на панель управления. Видите, открылась панель управления каналом. Сразу мы уже видим, да, что у меня 449 подписчиков, да? Видите, слева ваш канал, главное, контент, плейлисты, аналитика, комментарии, да? Так, ищем здесь монетизацию. Видите, монетизации нажимаем. И выходит вот такая монетизация канала, да? Мы видим, вступите в партнерскую программу. В данный момент у меня 449 подписчиков, да? А требуется 1000 подписчиков. И для монетизации. И 1649 часов просмотров. Требуется 4000 часов. Но мне еще остается 2350 часов еще, да? Ну, вот я стримлю, поэтому стримлю, да? После того, как я добьюсь 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров, да, я подам на монетизацию. Ну, так как у меня 9 июля уже заканчивается один год, да, год, как я открыла канал, да, у меня подписчики останутся дальше, да, а вот 1649 часов с 10 июля я, да, если я не буду ни стримить, ничего, да, ну, конечно, я буду, конечно, видео выпускать, там, и стримить буду, да, стримы делать, да. У меня с самого начала основания канала, да, у меня будет высчитывать часы. Вот здесь вы можете посмотреть, где написано «Монетизация». Видите, да? Сразу откроете, да? Откроете это окно монетизации канала. Увидите свои часы вместе с подписками. Открывайте панель управления, нажимайте на монетизацию и откроете, и посмотрите, где вы можете посмотреть, сколько у вас часов просмотров. Всего вам доброго. Пишите комментарии. До свидания. Пока-пока.